Блять, я не поставил пистолет вторым оружием. Ебаный в рот, я с голыми руками тут. Да. Забавно. Как будто ты сам Брок Леснар, блин. Ну тут в перчатках. Ну тут в перчатках, да. Ну тут прикинь, с голыми руками ходить, ё-моё. А так у меня второе оружие должно быть, блин. Понастраивал, блин. Я ему просто кулаком, короче, погрозил, такой замахнулся на него. И он у меня гранатой запульнул. Жаль, этого не вижу, чёрт. Да ты это увидишь, я на канал то залью потом. Да, да. Но, новый видос подъедет на геймшоу Эва. Там несколько видосов будет. Да, какие группы? Так вот, кот. А там будет какие-то... Чё ты затупил-то? Да, будет. Я это сохраню, повешу в рамочку. Да, повесь. Будешь потом хвастаться своим внуком, как ты убил Нигму с ножа. Чё, про внуков перебор, да? Они вот представляют. Как внуки, да, слушают ДТ истории из Call of Duty. Блин. Фига ты там сливаешь всех. Блин. Блин, я не могу вызвать никого. А кого ты хотел бы вызвать? Самолет. Самолетик, вертолетик. Ну тут такая карта, короче, все от карты зависит от местности. Я просто не накопил еще. А я накопил, меня убили тут. Капец, голыми руками ходить, ё-моё. Со спины, ну почему? Это был ты? Нет. Ну потому что это чаще всего со спины убивает. Удобно это со спины убивать. Да. Агьёк. Перезарядка. Граната. Это реально бег с препятствиями. Короче, тут это, короче, этот чувак на Кай или ну Кай, как, короче, он в одном месте засел и все, и сидит. Надо снимать. Кемпер прям реально вообще. Он в одном и том же месте сидит. Я уже два раза пробегаю, он в одном и том же месте сидит каждый раз. Я его там убиваю. То он меня убивает, то я его убиваю. Это кемпа. Я сейчас даже такой близи камеру подняли, как на текстуре сильно лопнул. Да ладно. Прикольно. Чем-то не знаю, зачем так показали. Чтобы было, так сказать, реалистично. Я сейчас голыми руками побегу всех убивать. Не беги. Да я уже побежал. Ладно. Блин, от кулака, короче, чувака вынес вообще. Просто подбегаешь ему, знаешь, как в пьяных драках такие, там, бати с батями. Ну, просто удар такой мощнейший, бах, и он просто падает. Ой. Как у тебя там тащится? Проходница 13, как впереди, наверное, ты. Да, это я, а впереди меня еще один чувак. Этот стар... Блин, у него ник, короче, похож на Стардаста. Да. Ты ЦУшник тоже, что ли? Стардаст. Он, да, уже там работал. Работал, да. Коди Стардастов. Новый-то? Не знаю. Блин, меня убили. Так, надеюсь, может, к Новому году выпустят. Ага, какой подарок, мешки. Да, бесплатный подарок. Они лучше бы DLC бесплатно всем подогнали бы за свои косяки. Классно, добавили бы. Да, было бы тоже неплохо. $8 за клап? Нет, Enigma не платит за клап. $8. Не, рестлер это нормально, это да, но платить. Может быть, если деньги вовремя подъедут, я заплачу. Да почему уже впереди? Чего? Это просто. Впереди почему-то.
Что впереди? И впереди. Первый. А, я думал, ты про этот. Все про деньги. Блин, меня, короче, вырубили. В шею прям. Ты не забудь это. А, я покручу. Да не переживай, я не забуду. Так, я все еще первый. Надо поднять. Надо идти с голыми руками, короче, ва-банк. Блин, да как он вообще так бежит? Вообще смелый. Блин, что-то я не тащу вообще. Блин, да за что? Ты бы это сейчас видел. Ладно, ты это потом увидишь. Блин, мои лучшие матчи не записались, капец. Лучшие матчи. Ну, лучшие матчи же, получается, лучшие раунды, где я тащил реально хорошо. Харёк, опять ты меня убил. Блин, что-то, короче, я вообще не тащу уже. Не получается у меня таких стриков уже. Блять, так чё за урод такой сидит-то, ему нагибается, сука, подойти ему как уебнуть бы в лицо прям. 25-25 у нас. Ровно что ли идем? Да. 26-26. Да, это классно. Круто, круто. Круто. Ё-моё, встаю, не могу попасть. Опять этот Задонский. Задонский. Что ж вы его убиваете? Да я должен убивать. Блин, 27. Да ёбма, короче. Блин, ты... Чё-то карта какая-то не та. Или я немножко не то настроил, что ли? Не могу понять. 27-27. Есть шанс. Выйти вперед? Да, ну да, вы лидеры. Когда вот это есть шанс выйти в лидеры? 28. У меня 28. Так, все, я всех нашел. Блин, опять меня какой-то песочной гранатой слепили. Так они каждый раз так делают, короче. А, 29. Блин, чё я творю вообще? Блин, ты первый. Ты первый. Первый. First time ever. Нет, two times или third times ever. Убить надо последнего и все я выиграл, но почему я не могу это сделать? Так, блин, короче, что-то мне не тащится игра. Смотри, поздравляю с победой!